то, что сейчас прозвучало, это была даже не совсем пьеса, это была такая вот настройка пространства всех нас. Это называется чоши, то есть это буквально настройка и то, что объединяет вот три начала – небо, землю и человека. Это классическая пьеса Хонкёку, которая родилась в таком уникальном направлении дзен-буддизма школы Ринцай, как фукэ-сю, направлении, где основной фактически единственной практикой была игра на флейте сикухати. В течение нашего концерта мы постараемся рассказать об этом очень необычном и уникальном явлении, но начать, наверное, стоит сначала вот с того, с чего, ну, по крайней мере, по легенде, все начиналось. Это пьеса «Кё Рэй», буквально «Колокольчик пустоты», и в сегодняшнем мире классической музыки сикухати с его разнообразием школ, направлений, даже типов инструмента. Вот эта пьеса осталась вот такой, как, наверное, она была в самом начале. Ну, по крайней мере, по наиболее распространенной традиции.